Сегодня в программе «Американский кокер-спаниель. Охотник или декоративная собачка?» Узнаем о трудностях и радостях содержания кокеров. Отправляемся за провиантом для нашего любимца. Как не растеряться среди красивых упаковок и накормить собаку действительно качественным продуктом? Учимся читать этикетку. Здравствуйте! Сегодня мы поведем речь об американском кокер-спаниеле, небольшой охотничьей собаке, очень популярной у себя на родине. Все дело в том, что американские охотники пожелали иметь своего собственного кокер-спаниеля и вывели его путем целенаправленной селекции от английского. Разводить английских кокеров в Америке начали еще в 18 веке. А вот порода американский кокер-спаниель впервые была продемонстрирована только в сентябре 1883 года. Произошло это на северо-востоке США, в Манчестере. Окончательное отделение американского кокера от английского произошло примерно в 1945 году. В это время порода стала многочисленной и популярной не только в Америке, но и в других странах. В России американские кокеры появились в 1970-х. Сначала они были редки, а сегодня это одна из самых любимых и многочисленных пород собак в нашей стране. Американский кокер-спаниель – подружейная охотничья собака. Такие собаки используются для розыска и выпугивания затаившейся птицы. У себя на родине американские кокеры считаются настоящими асами в этой области. А вот в России они, скорее всего, просто изнеженные домашние любимцы. На птицу охотиться не станут. Пожалуй, что они даже ее побаиваются. Предмет особой гордости американского кокера – роскошная длинная шерсть. И ведь именно из-за этой красоты, которая мешает собаке быстро передвигаться и цепляется за траву и кусты, американского кокера, как правило, европейцы на охоте не используют. Хотя сам по себе он охотник первоклассный. Ты какая? Американца смело можно отнести к числу самых красивых представителей собачьего племени. На выставках, возле рингов с американскими кокерами, всегда толпа зрителей. Многих привлекает их роскошный наряд с длинной волнистой шерстью, которая не спадает почти до земли. Однако скольких трудов стоит уход за нею? Ну, это стрижки, минимум 4 раза в год. И мытье. Причем мыть надо хорошей косметикой, потому что просто плохой нет смысла. Шерсть не будет выглядеть так, как она должна выглядеть. Правильное мытье, правильная косметика. И в промежутках не надо расчесывать. Некоторые говорят, вот без конца надо расчесывать. Нет. Если вы раз в неделю, в 10 дней или даже в 2 недели вымыли собаку, расчесали и использовали хорошую косметику, то больше не нужно прикладывать никаких усилий к собаке. Если вы решили принести в свой дом маленького американца, то уже совсем скоро ваше семейство заразится от него жизнерадостностью и любознательностью. Редко можно увидеть спокойного и меланхоличного спаниеля, который чинно шествует за хозяином, ведущим его на поводке. Скорее наоборот, он будет рваться с поводка, чтобы побегать и обследовать окрестности. Среди своих собратьев по породе американский кокер выделяется темпераментом. Это легко возбудимая, стремительная собака, которую интересует все, что попадается на пути. Спаниели очень чуткие существа. Они не станут попусту поднимать шум, но если надо, вполне способны грозно зарычать. Иногда можно услышать об агрессивности кокеров, однако при правильном разведении ее не должно быть. Но это как бы нежелательный тип собаки.
в этой породе. В принципе, есть бойцовые породы, там, может быть, так считается нормой, но для американского кокера это нежелательно. Характер у них замечательный, если говорить о настоящем кокере, это замечательный абсолютно. Дружелюбный, контактный, общительный. Американский кокер порой излишне льстив с людьми. Чтобы добиться своего, этот проказник может даже пойти на хитрости. Весь характер, все, весь образ жизни, все направлено на то, чтобы как можно больше общаться с хозяином, чтобы угодить хозяину. Поэтому, то есть ради того, чтобы и хозяину было приятно, и собака была довольна, они готовы на все практически. Поневоле влюбляешься. Кто из владельцев спаниелей не знает, как трудно устоять перед взглядом кокера? В современном мире редкий человек, взяв в дом собаку, станет кормить ее натуральной пищей. Большинство людей предпочитают сухой профессиональный корм. И нередко он выбирается по принципу «знакомый посоветовал» или «вроде бы я слышал, что этот корм неплох». Такой подход может навредить вашему питомцу. Корма бывают разные, и не все они одинаково полезны. Корма отличаются тем, что они бывают, во-первых, разного качества, так называемые разных классов. То есть бывает корма супер-премиум-класса, премиум-класса и так называемые утилитарно-гастрономические классы. Значит, и недавно появилось достаточно новое, около 10 лет, веяние так называемых холистик кормов, которые делаются только из натуральных продуктов и неразделенных продуктов. В кормах могут содержаться вредные антиоксиданты. Даже в небольшом количестве некоторые из этих веществ могут вызвать онкологические и другие заболевания. Хорошо, когда корм содержит натуральные антиоксиданты, например, витамин С, витамин Е. Главное – всегда внимательно читать этикетку. Приходите в магазины самообслуживания. Почему? Потому что вам доступно будет взять любой пакет корма и почитать ингредиенты, из чего состоит этот корм. Изучите, не смотрите на этикетку, а смотрите состав корма. И именно то слово «ингредиенты», которое написано маленькими буковками. Но потратьте время и сделайте это. Вот. И найдете хороший корм, который поможет вам выращиванию вашей собаки. Надежда, мне нужно подобрать корм для моей собаки. Помогите мне, пожалуйста, какой можно выбрать, чем они отличаются? Давайте посмотрим. Выбор кормов огромный, можно подобрать всегда что-нибудь подходящее именно для вашей собачки. Вот корма. Ну вот, например, есть известные корма. Прежде всего, давайте посмотрим, из чего это сделано. Потому что производитель заявляет, прежде всего, в ингредиентах. И вот здесь, смотрите, на первом месте сразу злаки. Угу. Собака – хищник, что и такое, такое количество тебе не злаков. Нравятся злаки? Злаки не нравятся. Ну ладно, ладно. Сейчас, секундочку. Ай, твоя хорошая. То есть не нужно выбирать корм, в котором на первом месте злаки. По закону этикетки, то, чего больше всего в кормах, оно расположено на первом месте. И дальше по убывающей. Значит, здесь это получается каша. Причем производитель даже не позаботился, не указал, какой именно злак туда положил. Дальше идет мясо и субпродукты. Субпродукты – это очень нежелательный ингредиент, потому что это отходы, которые зачастую несъедобные. Как правило, это перья, клювы, когти. То есть то, что животное в природе вообще, как правило, не ест. Но, знаете, оно создает балласт, и вот эти проценты, которые мы смотрим в кормах, они отсюда берутся тоже. И люди, к сожалению, не зная, выбирают такие корма. Если бы это был ценный субпродукт, производитель так бы и заявил, что это печень, например, она кладется для вкуса часто. Значит, давайте этот корм отложим, пойдем к другому. Вот, посмотрим на этот корм. Сразу смотрим прежде всего на ингредиенты. По закону этикетки, все, что написал производитель на пакете, он за это отвечает. И здесь вот на первом месте ягненок, и на втором месте рис. Видите, вот производитель здесь указал, какой вид мяса он положил.
и какое количество процентов этого мяса. Не количество белка, не гарантийный анализ, а просто при приготовлении положил сколько мяса. Это очень важно. Дальше рис, тоже чудесный ингредиент. Рис полезный для людей в диете тоже. Вот такие типа гидролизат печени, это уже не натуральные продукты. Это продукты переработки пищевой промышленности. Поэтому покупают даже дорогой приличный пакет, если на нем нет надписей human grade, то есть качество как для людей, значит это все отходы пищевой промышленности. Здесь вы сразу видите источник жира. Это куриный жир. Вот смотрите, на первых трех местах мясные ингредиенты. Куриная мука. Хорошо. Это хорошо, это значит, что если это куриная мука, значит это перемолотые кости и мясо. Там нет клювов и перьев. И еще интересная особенность, в этих кормах холестекласса всегда есть бактерии. Вот. Это такие ферменты пищеварительные, которые есть в нашей с вами еде. Происходит очень интересный момент, когда собака всю жизнь ест корм, и вдруг ей на Новый год дают в виде поощрения кусочек, например, шашлычка или сыра, и у собаки начинается расстройство пищеварения. Почему это происходит? Не потому, что корма нельзя сочетать с домашней едой, а просто корма не содержит никаких ферментов. Они мертвые, они варились 5 часов и не содержат ничего живого. И только производители холестекласса добавляют бактерии туда, чтобы приблизить это все к домашней еде. Самое главное, чтобы вы научились выбирать корм сами и ориентировались только на собственные знания, не слушая никого. Ни рекламу, ни советов заводчиков. Вот есть этикетка, вы на нее смотрите, и вы понимаете, что вы покупаете. То есть главное уметь читать правильную этикетку. Да, и надо задумываться, надо не брать просто так, научиться немного думать, разбираться. Я думаю, что этот корм вам подойдет. Спасибо. Вашей собаке. Далее в программе. Вас укусила собака. Куда обращаться и кто в этой ситуации будет отвечать? Как добиться того, чтобы пес понимал вас с полуслова? Секретами дрессировки делятся профессионалы. Ежегодно от укусов собак страдает огромное количество горожан. Стаи, живущие в городе, представляют огромную опасность для взрослых и детей. И что самое страшное, предугадать эту ситуацию невозможно. Укус собаки неприятен не только потому, что это больно и страшно. Главное, слюна животного может быть источником различных инфекционных заболеваний, в том числе и бешенства. А бешенство никого не щадит. Известны единичные случаи, когда после возникновения симптомов этого заболевания кто-нибудь выжил – человек или животное. За последний год, то есть по 1 декабря к нам обратилось 3408 человек. Но эту цифру надо еще умножить на 3, где-то около 10 тысяч у нас укусов. Итак, что делать, если вас укусили? Прежде всего, немедленно промойте рану водой с мылом. Лучше с хозяйственным, в нем больше щелочи, а при взаимодействии с ней вирус бешенства становится неактивным. Если рана глубокая, промойте ее струей мыльной воды. Сразу после этого обратитесь в травмпункт или в антирабический центр. Профилактика бешенства заключает в себе лечебно-профилактические прививки, в которые входят 6 прививок в течение 3 месяцев. Иногда вводят антирабический иммуноглобулин при укусах дикими животными, где вероятность заражения бешенством наиболее актуальна. Если вас покусал домашний пес, то, ко всему прочему, можно еще и потребовать компенсацию за причинение морального вреда. Прежде всего, хозяин собаки обязан будет освидетельствовать животное на бешенство. Не поленитесь узнать имя, фамилию и, по возможности, телефон и адрес владельца собаки. Эти данные пригодятся вам при обращении в правоохранительные органы и суд. Кстати, вы имеете право на такое обращение, независимо от того, насколько сильно вас покусали. И уж тем более нужно искать защиты в суде, если последствиями укуса стал не только стресс. В случае нанесения ощутимого вреда здоровью, то есть это средней тяжести или тяжелого ущерба здоровью, он может преследовать хозяина животного в порядке уголовной ответственности, административной ответственности, гражданской ответственности, вплоть до того, что если человек приобретет, его признают инвалидом, он может претендовать на содержание со стороны этого человека, компенсационное вот
в связи с потерей, там, частичной потерей трудоспособности. Другое дело, что вот в данной ситуации хозяин животного, он может оспорить, значит, вот эти претензии в связи с тем, что у нас иногда граждане себя ведут достаточно странно по отношению к животным. К сожалению, это действительно так. Зачастую пострадавшие сами виноваты в происшедшем. Собака все-таки хищник. Не провоцируйте ее, не подходите слишком близко, особенно в нетрезвом состоянии. Не разговаривайте громко, бурно не жестикулируйте. Все это пес может расценить как посягательство на него или на хозяина. Другой момент, что здесь, конечно, требуется доказательная база. Дело в том, что, вот, к сожалению, ну, а может быть и не к сожалению, то есть это уже предусмотрено законодательством, вот как раз презумпция невиновности, она распространяется на потерпевшего. А вот хозяин, владелец домашнего животного, он должен доказывать то, что, допустим, потерпевший вел себя агрессивно по отношению к нему, к животному. Ну, как правило, здесь требуется сразу освидетельствование на алкогольное опьянение или наркотическое опьянение. Если владелец собаки уверен в правоте, он должен принять меры для своей защиты, вызвать милицию, взять телефоны у прохожих, которые стали свидетелями инцидента. Однако в подобных ситуациях чаще всего виноваты обе стороны. Ведь и хозяева часто забывают, что нельзя выгуливать собак в черте города без намордника и уж тем более без поводка. В любом случае, не надо бояться отстаивать свои интересы в суде. Не жалейте денег на адвоката. При благополучном исходе дела виновная сторона компенсирует вам все расходы. Собака – друг человека, гласит известная поговорка. Но вот путь к этой настоящей крепкой дружбе не так уж и легок. Тут должны потрудиться и хозяин, и его питомец. Сегодня мы продолжим разучивать команды, которые позволят вам с вашим щенком лучше понять друг друга. Команда «Лежать» – это очень обширная команда. Это команда не только, которая исполняется в статике, например, как вы скомандовали «Лежать» и отошли от нее, и она продолжает лежать, а также эта команда используется как тормозящая. Например, собака побежала, ну, скажем, через дорогу, вы не заметили, и в это время едет машина. То есть если собака побежит к вам, то есть это явная гибель. Поэтому вы командуете лежать, собака укладывается там, где вы это скомандовали, что может ей спасти жизнь, естественно. Начинается это примерно обучение так. Опять же, все на кормик. Евро, хорошо. Обратите внимание, что мы собаку кладем лежать вот именно параллельно. То есть вот какая ошибка основная? То есть вот так начинается собаку укладывать. Это делать нельзя. Мы добьемся продвижения собаки, а нам нужно, чтобы собака легла мгновенно и застыла. Поэтому ручка идет вот ровно параллельно лежать. Хорошо, браво, девочка, хорошо. Гуляй. Есть еще очень хороший способ. Сейчас я вам покажу тоже. Это для щенка начальное обучение. То есть через ножку. Вот собака сама ложится здесь лежать, видите? И не надо ее там. Хорошо. Браво. Гуляй. Ай, умничка. Опять же, лежать. Вот так. Естественно, сейчас мы просто опять же поставляем слово под определенное ее действие и кормим. Гуляй. Хорошо. Еще раз лежать. Ай, браво. Хорошо. Гуляй. Маш, покажи, пожалуйста, с Еврой. На. Евро. Нет, Маш, вот смотрите, классическая ошибка. Сначала люди берут на холочку руку кладут, а когда делают лежать, ручка соскакивает на шею. И поэтому получилось то, что получилось сейчас у Маши. Собака стала домиком. То есть передние ножки легли, задние нет. Когда мы нажимаем на холочку вот этой лопаточки, у нас рука не должна не съезжать никуда. Можно даже чуть назад надавить. Но если мы на шею, у нас ручка съедет, у нас получится домик. Если у нас едет на спинку, она собачка сядет. Поэтому вот этот аспект очень важен.
Еще раз. Маш, опять неправильно. Холка где? Еще раз. Маш, команда, рука и вторая рука должна быть одновременно. У тебя вот эта рука пошла первая, команда вторая, а вот на холку третья. Должно быть все одновременно. Бежать. Вот, ну, вот умничка, хорошо. Когда команда лежать формируется, она должна подаваться тихим, спокойным голосом. То есть собаке должно это нравиться. Она должна ложиться с удовольствием, быстро и четко. То есть у нее должна быть связь образована. Чем быстрее она ляжет, тем быстрее она получит какую-нибудь вкусняшку или игрушечку, что-нибудь в этом роде. Сейчас мы будем изучать второй этап изучения команды лежать. Эти собаки у нас уже умеют лежать, и мы уже, они знают, что такое лежать. И мы уже убираем и руку, и уже сначала говорим команду, а потом делаем действие. Покажи, пожалуйста, команду лежать на каком... Значит, поводочек у нас в левой ручке, кормик в правой ручке. Точно так же, не привлекая собаку внимания, не надо ее сажать. Вот смотрите, хозяйка делает ошибку, она все время держит сюда руку, ставит, и собака все время у нее садится. То есть, чтоб естественно, не смотри, не крутись, убери корм. Хорошо, и вот из этой позиции положи его. Положи. Хорошо. Вот, умничка. Еще раз положили собак. То есть вы видите, собаки не вперед продвигаются, собаки ложатся на месте. Это тоже очень важно. Хорошо. Бросили поводки, отошли, положили спаниеля. Положили спаниеля. Вот так. Хорошо. Отошли. Вот. Теперь вот за такое поведение можно подойти и похвалить собак. Подошли и похвалили. Очень важно дача лакомства при команде лежать. Вот смотрите, делает классическую ошибку, что делают в основном хозяева. Она подходит, держит корм вот сюда, у питбуля, и он уже приподнимается. Надо под... То есть она сама провоцирует неправильные действия собаки. То есть если мы будем кормить, видите, вот так собака приподнимается лежать. Когда мы подходим, у нас руки по швам. Мы говорим, хорошо, и кормик дается вот так, из-под низу. Хорошо. Еще раз. Хорошо. И кормим собачку из-под низу, чтобы собачка была головкой вниз, а не головкой наверх. Сейчас я вам покажу, как мы будем изучать. Эта собака еще ни разу не изучала ту команду лежать, которая должна на расстоянии действовать. У меня есть чуть-чуть. Хорошо. То есть мы гуляем. Гуляй, хорошо. Лежать. Мы отходим. Хорошо, собака. Молодец, умница. Хорошо, браво. Это очень быстрое действие. Мы отпускаем собаку на длинный поводок, командуем ей лежать, очень быстро подбегаем, укладываем ее с помощью механики, отходим на то расстояние, откуда мы командовали, хвалим собаку, говорим, хорошо, умничка, подходим ей и даем лакомство. И отпускаем гулять. Попробуй. Укладывай. Лежать. Вот, отошла. А теперь хорошо, еда. Хорошо. Вот и у хозяйки получилось. Далее, когда собака понимает, что такое лежать, что лежать исполняется всегда, везде и как угодно, опять же, мы это формируем сначала в стерильных условиях, ну, без всяких раздражителей, без всего. Потом мы можем вводить различные раздражители. То есть раздражитель – это может быть передвижение хозяев. То есть вот они положили собаку, и он не то, что стоит, а он ходит в разные направления куда-то. То есть это может быть для чего-то пригодится в жизни. Также это можно всякие покидать игрушечки, палочки, можно мимо собачек провести. Ну вот, вот в таком вот примерно ракурсе. Попробуй, ни разу не пробовала, честно. Ать! Ать! Хорошо. Ко мне.
ждать. То есть это тормозящая команда. То есть мне надо его было мгновенно оттормозить, а за игрушку он готов. То есть, Надь, хорошо. Одно из самых сложных для собак при команде лежать, это когда над ней встает совершенно чужой человек. То есть собака чувствует свою незащищенность, ее совершенно чужой человек подавляет. Вот. Ей очень тяжело выдержать вот данное, скажем так, данный раздражитель. Вот. Но если она выдерживает и это, то есть, конечно, в жизни ей уже гораздо легче будет. Неважно, какой породы ваша собака, какого возраста и размера. Главное, чтобы вы всегда могли найти с ней общий язык. А чтобы лучше понять своего любимца, смотрите нашу программу. Мы расскажем все про дела собачьи. В программе «Американский кокер-спаниель. Охотник или декоративная собачка?» Узнаем о трудностях и радостях содержания кокеров. Отправляемся за провиантом для нашего любимца. Как не растеряться среди красивых упаковок и накормить собаку действительно качественным продуктом? Учимся читать этикетку. Здравствуйте! Сегодня мы поведем речь об американском кокер-спаниеле, небольшой охотничьей собаке, очень популярной у себя на родине. Все дело в том, что американские охотники пожелали иметь своего собственного кокер-спаниеля и вывели его путем целенаправленной селекции от английского. Разводить английских кокеров в Америке начали еще в 18 веке. А вот порода, американский кокер-спаниель, впервые была продемонстрирована только в сентябре 1883 года. Произошло это на северо-востоке США, в Манчестере. Окончательное отделение американского кокера от английского произошло примерно в 1945 году. В это время порода стала многочисленной и популярной не только в Америке, но и в других странах. В России американские кокеры появились в 1970-х. Сначала они были редки, а сегодня это одна из самых любимых и многочисленных пород собак в нашей стране. Корма бывают разные, и не все они одинаково полезны. Корма отличаются тем, что они бывают, во-первых, разного качества, так называемые разных классов. То есть бывает корма супер-премиум-класса, премиум-класса и так называемые утилитарно-гастрономические классы. Значит, и недавно появилось достаточно новое, около 10 лет, веяние так называемых холистик-кормов, которые делаются только из натуральных продуктов и неразделенных продуктов. В кормах могут содержаться вредные антиоксиданты. Даже в небольшом количестве некоторые из этих веществ могут вызвать онкологические и другие заболевания. Хорошо, когда корм содержит натуральные антиоксиданты, например, витамин С, витамин Е. Главное – всегда внимательно читать этикетку. Приходите в магазины самообслуживания. Почему? Потому что вам доступно будет взять любой пакет корма, и почитать ингредиенты, из чего состоит этот корм. Изучите, не смотрите на этикетку, а смотрите состав корма. И именно то слово «ингредиенты», которое написано маленькими буковками. Но потратьте время и сделайте это. Вот. И найдете хороший корм, который поможет вам в выращивании вашей собаки.
Надежда, мне нужно подобрать корм для моей собаки. Помогите мне, пожалуйста, какой можно выбрать, чем они отличаются? Давайте посмотрим. Выбор кормов огромный, можно подобрать всегда что-нибудь подходящее именно для вашей собачки. Вот корма. Ну вот, например, есть известные корма. Прежде всего, давайте посмотрим, из чего это сделано. Потому что производитель заявляет, прежде всего, в ингредиентах. И вот здесь, смотрите, на первом месте сразу злаки. Угу. Собака – хищник, что и такое такое? Количество злаков. Тебе не нравятся злаки? Злаки не нравятся. Ну ладно, ладно. Сейчас, секундочку. Ай, моя хорошая. То есть не нужно выбирать корм, в котором на первом месте злаки. По закону этикетки, то, чего больше всего в кормах, оно расположено на первом месте. И дальше по убывающей. Значит, здесь это получается каша. Причем производитель даже не позаботился, не указал, какую именно злак туда положил. Дальше идет мясо и субпродукты. Субпродукты – это очень нежелательный ингредиент, потому что это отходы, которые зачастую несъедобные. Как правило, это перья, клювы, когти. То есть то, что животное в природе вообще, как правило, не ест. Но, знаете, оно создает балласт, и вот эти проценты, которые мы смотрим в кормах, они отсюда берутся тоже. И люди, к сожалению, не зная, выбирают такие корма. Если бы это был ценный субпродукт, производитель так бы и заявил, что это печень, например, она кладется для вкуса часто. Значит, давайте этот корм отложим, пойдем к другому. Вот, посмотрим на этот корм. Сразу смотрим прежде всего на ингредиенты по закону этикетки. Все, что написал производитель на пакете, он за это отвечает. И здесь вот на первом месте ягненок, и на втором месте рис. Видите, вот производитель здесь указал, какой вид мяса он положил. И какое количество процентов этого мяса. Не количество белка, не гарантийный анализ, а просто при приготовлении положил сколько мяса. Это очень важно. Дальше рис, тоже чудесный ингредиент. Рис полезный для людей в диете тоже. Вот такие типа гидролизат печени, это уже не натуральные продукты. Это продукты переработки пищевой промышленности. Поэтому покупают даже дорогой приличный пакет, если на нем нет надписей human grade, то есть качество как для людей. Значит, это все отходы пищевой промышленности. Здесь вы сразу видите источник жира. Это куриный жир. Вот смотрите, на первых трех местах мясные ингредиенты. Куриная мука. Хорошо. Это хорошо. Это значит, что если это куриная мука, значит, это перемолотые кости и мясо. Там нет клювов и перьев. Заразиться от него жизнерадостностью и любознательностью. Редко можно увидеть спокойного и меланхоличного спаниеля, который чинно шествует за хозяином, ведущим его на поводке. Скорее наоборот, он будет рваться с поводка, чтобы побегать и обследовать окрестности. Среди своих собратьев по породе американский кокер выделяется темпераментом. Это легко возбудимая, стремительная собака, которую интересует все, что попадается на пути. Спаниели очень чуткие существа. Они не станут попусту поднимать шум, но если надо, вполне способны грозно зарычать. Иногда можно услышать об агрессивности кокеров, однако при правильном разведении ее не должно быть. Но это как бы нежелательный тип собаки в этой породе. В принципе, есть бойцовые породы, там, может быть, так считается нормой, но для американского кокера это нежелательно. Характер у них замечательный, если говорить о настоящем кокере, это замечательный абсолютно. Дружелюбный, контактный, общительный. Американский кокер порой излишне льстив с людьми. Чтобы добиться своего, этот проказник может даже пойти на хитрости. Весь характер, все, весь образ жизни, все направлено на то, чтобы как можно больше общаться с хозяином, чтобы угодить хозяину. Поэтому, то есть ради того, чтобы и хозяину было приятно, и собака была довольна, они готовы на все практически. Поневоле влюбляешься. Кто из владельцев спаниелей не знает, как трудно устоять перед взглядом кокера? В современном мире редкий человек, взяв в дом собаку, станет кормить ее натуральной пищей. Большинство людей предпочитают сухой профессиональный корм. И нередко он выбирается по принципу «знакомый посоветовал» или «вроде бы я слышал, что этот корм неплох». Такой подход может навредить вашему питомцу.
Американский кокер-спаниель – подружейная охотничья собака. Такие собаки используются для розыска и выпугивания затаившейся птицы. У себя на родине американские кокеры считаются настоящими асами в этой области. А вот в России они, скорее всего, просто изнеженные домашние любимцы. На птицу охотиться не станут. Пожалуй, что они даже ее побаиваются. Предмет особой гордости американского кокера – роскошная длинная шерсть. И ведь именно из-за этой красоты, которая мешает собаке быстро передвигаться и цепляется за траву и кусты, американского кокера, как правило, европейцы на охоте не используют. Хотя сам по себе он охотник первоклассный. Ты какая? Американца смело можно отнести к числу самых красивых представителей собачьего племени. На выставках, возле рингов с американскими кокерами, всегда толпа зрителей. Многих привлекает их роскошный наряд с длинной волнистой шерстью, которая не спадает почти до земли. Однако скольких трудов стоит уход за нею? Ну, это стрижки. Минимум 4 раза в год. И мытье. Причем мыть надо хорошей косметикой, потому что просто плохой нет смысла. Шерсть не будет выглядеть так, как она должна выглядеть. Правильное мытье, правильная косметика. И в промежутках не надо расчесывать. Некоторые говорят, вот без конца надо расчесывать. Нет. Если вы раз в неделю, в 10 дней или даже в 2 недели вымыли собаку, расчесали и использовали хорошую косметику, то больше не нужно прикладывать никаких усилий к собаке. Если вы решили принести в свой дом маленького американца, то уже совсем скоро ваше семейство...